Роман Кутузов родился 16 февраля во Владимире в 1969 году. После окончания школы номер 9 поступил в Рязанское высшее военное командное училище связи. Служил в воздушно-десантных войсках, командовал ротой. Неоднократно выполнял боевые задачи в Сирии. Награжден орденами за заслуги перед Отечеством 4-й степени, медалью за отвагу и другими знаками отличия. Но близкие помнят его как хорошего семьянина. Он был как любящим отцом, так и очень заботливым дядей, отличным другом. И всегда, когда у него появлялось свободное время, он приезжал в деревню, собирал всех родственников, друзей. И эти дни запомнятся нам надолго. Во время проведения СВО Роман Кутузов командовал 1-м армейским корпусом ДНР. Получил смертельное ранение в поселке Николаевка в ЛНР 5 июня 2022 года. За героизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации. Сегодня право открыть бюст Роману Кутузову предоставили матери погибшего участника СВО Марии Николаевне. Установили и открыли изваяние в рамках патриотического проекта «Аллея российской славы». Место выбрали знаковое. Именно во Владимирском филиале РАНХИКС учился Роман Кутузов с 2009 по 2012 годы. Он занимался исследованием, его тема дипломной работы называлась «Профессиональные кадры Вооруженных сил Российской Федерации. Подготовка, комплектация и оценка». То есть он, по сути, развивал тему, которой непосредственно занимался в свое время. Соответственно, мы всегда с благодарностью вспоминаем каждого нашего выпускника, но Романа Владимировича Кутузова особенно. Это уже не первый мемориальный объект, посвященный Роману Кутузову в нашем городе. Во Владимире его именем названа улица, бывшая Парижской коммуны. Кроме того, присвоено оно и школе номер 9, выпускником которой был участник СВО. А на ее фасаде установлена мемориальная доска. Для нас в городе Роман Владимирович Кутузов – это не просто герой, это человек, который сделал себя сам, который добился этого результата. И действительно он вошел, как и уже было сказано, в когорту великих владимирцев, который гордится все Отечество. Мы сделали серию всевозможных мероприятий для того, чтобы память о нем оставалась на долгие-долгие годы. Кроме того, в скором времени во Владимире появится сквер имени Кутузова на проспекте Ленина, 53. Зеленую зону облагородят к концу этого года. Лада Кочетова, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».